В зоопарке бельгийского города Рашфор бурые медведи разминают лапы. Они недавно вышли из зимней спячки и теперь восстанавливают силы. Теперь медведи снова гуляют целыми днями, наслаждаясь хорошей погодой. Поскольку зимой они ели очень мало, то сильно похудели. Многие думают, что медведи спят зимой беспробудно. Однако это не так. Метаболизм у этих животных замедляется не так сильно, как у грызунов или насекомоядных, и температура тела понижается всего на 6 градусов. Медведи не просыпаются по несколько дней и в это время не едят и не испражняются. Однако они не спят непрерывно 3 или 4 месяца. У них это происходит небольшими фазами. Они прекрасно слышат все внешние шумы. Если несколько дней держится хорошая погода и светит солнце, то они могут выйти. Всю весну и лето медведи будут набирать жир и к зиме снова впадут в спячку.